Привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами вместе полистаем каталог номер 6 компании Oriflame. Я вам покажу продукты, которые есть у нас дома, дам свои рекомендации, вместе потестируем, и приятного вам просмотра. А кстати, если вам показалось, что видео очень длинное, то нажмите, кто смотрит с телефона, вверху на настройки и ускорьте видео, а тот, кто смотрит с компьютера, найдите настройки в самом нижнем углу. Они там. Приятного просмотра. Каталог начнет свое действие с 19 апреля и закончится 8 мая в субботу. До 21 часа по Москве будет действовать каталог. Итак, начинаем просмотр. На первом развороте нас ждет сумка-холодильник всего за 1199 рублей при заказе на 990 рублей из этого каталога, кроме самой сумки, то есть этот код не входит в сумму заказа. Итак, сумка-холодильник очень, кстати, оригинальная. Кстати, зачастую мы едем на пляж, хочется с собой взять какой-то перекус, холодненькую водичку. И очень здорово будет все положить в нижнее отделение, а сверху будет лежать купальник, полотенце, солнцезащитные средства. Замечательно. Размеры сумки 38 на 38 и на 14,5. Это донышко. Ну, тут показано все на картинке. Очень здорово. Рекомендуйте эту акцию своим клиентам. На втором развороте нас ждет набор. Я всегда рекомендую брать такие наборы, потому что за 69 рублей вам придет следующий каталог. Пробник нового аромата Women's Collection Mimosa Powdery, могу ошибаться, Mimosa, ну значит с ароматом Mimosa. Крем дневной крем Ultimate Lift и пробник помады On Color в оттенке медовый беж. И также нас ждет еще дополнительная акция Beauty Marathon, я так понимаю, по здоровью. Как здорово, то есть нужно смотреть в Instagram вот по этой ссылке. У нас ожидают, скорее всего, новинки к летней коллекции. Мы можем заработать скидку, если приобретем с вами колье загадочный аквамарин за 999 рублей, тогда на любое украшение из новой коллекции получим скидку 30%. Ребят, это не дополнительная скидка, а это просто скидка 30%. Наша обычная 20, добавляем еще 10. Получается, кстати, значительно выгоднее. Вау! Если у вас есть каталог, то вот так вот сделайте. Потрите, потрите. И понюхайте, как это вкусно пахнет. Просто чудо. Начиная с самого оттенка нового смягчающего средства, этот оттенок мяты, и само смягчающее средство с маслом мяты, это что-то невероятное, и всего за 999 рублей. Но бочонок будет вот такого размера. Если вы новичок и думаете, что вам придет такая огромная банка, то все время смотрите на объем. Возле каждого продукта написано, сколько миллилитров. Такой бочонок чудо вам поможет смягчить и губы, и кутикулу, и пяточки, и все, что сохнет, все, что трескается, прекрасно все смягчается. Я иногда делаю даже маску на кожу рук, чтобы все хорошо напитать и смягчить. Я очень жду эту новинку, сегодня показала дочке, видели бы ее глазки радостные. Здесь нас ждут гели. Гели будут 250 миллилитров, большой объем, густые, ароматная серия Discovery. И всего 99 рублей при покупке двух. То есть если вы берете два, то выгоднее. Если вы берете три, то два вам придут по 99, а третий за 179. Поэтому нужно брать всегда парное количество. 2, 4, 6 и так далее. Кусковое мыло серия Love Nature при покупке двух 59 рублей. Мой любимый кусочек с кокосовой водой и дыней. Очень люблю с клубникой, оно, кстати, еще и отшелушивающее, обычно оно самое дорогое, но здесь на них на все цена одинаковая абсолютно.
Наши любимые гели для интимной гигиены. У меня вот сейчас розовенькие есть. Не стала брать из ванной, потому что немножко влажный флакончик. Есть розовенький, но я вам хочу показать формат, что это 300 мл геля для интимной гигиены, которая шикарно помогает нам оставлять эту зону мягкой, вкусно пахнущей, и в общем-то становится все очень комфортно. Кстати, обратите внимание, что они разные. Это для девочек-подростков сиреневый, зеленый успокаивает, а желтый смягчающий. Он больше предполагается для женщин в период менопаузы, потому что это крем, кремовый такой смягчающий крем-гель, и он делает еще более мягкой и комфортной эту зону. Далее нас ждут средства для рук. Я держу в руках очищающий гель. Он мгновенно избавляет от бактерий без воды и мыла. На нем указано, что здесь этанол денатурированный 70%, то есть очень есть запах, конечно, сразу, когда наносишь на руки, но он быстро выветривается и становится все очень комфортно и приятно. Обожаю это средство. И крема для рук. У меня, кстати, сейчас сразу два. С ароматом персика и с алоэ. Вот алоэ уже практически заканчивается, а персиковый мне очень нравится. Я себе, в прошлый раз, когда они только вышли, персиковые, я себе взяла 5 штук и сказала: никому не отдам ни за что. А в результате у меня остался тот, который я сразу открыла. У меня все просто к 8 марта разобрали до последней капли. Чем мне нравятся эти крема? Они по консистенции одинаковые. Вот такая вот легкая текстура, невесомая, легко впитываются. Они такие классные, мягкие, оставляют тонкий, приятный аромат на коже. Вот так вот я заодно делаю увлажнение кожи, пользуясь случаем. И не оставляют липкости, никакой пленочки. То есть нанесли, все быстро впиталось, и можно тут же уже и работать, и брать в руки телефон. То есть все будет очень-очень комфортно. Поэтому такие крема я всем рекомендую. Кстати, перчатки. Перчатки для того, чтобы напитать кожу рук, вы наносите густой хороший слой крема, даете ему чуть-чуть впитаться, сверху перчатки и оставляете их на какое-то время. Я иногда их на ночь оставляю, но ночью снимаю, потому что становится, наверное, жарко. И что мне понравилось, здесь есть специальные такие накладки на подушечки пальчиков, которыми мы работаем с телефоном, чтобы когда руки у нас отдыхают и получают мощное питание за счет вот ткани, из которой изготовлены перчатки, мы можем уже работать в телефоне, то есть никаких простоев не будет. Это для тех, кто любит работать без остановок. На этой странице в ассортименте все для ног: тонизирующий скраб, освежающий крем на лето, кстати, классно, освежающий спрей дезодорант, большой объем 250 мл, то есть будет огромный такой флакон, и крема ночной, и питание для ног. Так, у меня какой в руках? Вот как раз с медом и миндалем, то есть большой объем 150 мл, удобная крышечка, открыли, взяли вот такой вот густой плотный крем, закрыли, надо было на эту руку теперь наносить, вот так нанесли и оставили, пусть напитывает наши ноги, потому что ножки несут огромную нагрузку. Ой, а пахнет вкусно, прям мед. То есть это питание, это смягчение. Второй крем с экстрактом арники и маслом жожоба. И, конечно, пилочка для того, чтобы очистить наши ножки от мертвой кожи, от топтышей, чтобы они были гладкие и крема лучше работали. Солнышко уже, как говорится, не за горами, оно уже с нами, вот совсем рядом, близко. Поэтому запасаемся солнцезащитными средствами. У меня есть уже солнцезащитный лосьон для лица и тела, то, что мне очень нравится. И отдельно солнцезащитный осветляющий крем для лица. Вот такой вот. Правильно, да, вот сюда. То есть он защитит, не даст появляться пигментным пятнам, будет выравнивать тон лица, при этом мы можем находиться на солнце, и это будет безопасно. Опять же, рассчитываем все по вашей коже, сколько вам можно быть на солнышке, сколько с кремом. То есть на сайте есть информация, как сделать выбор. Я без кремов не загораю
Вообще никогда. Так, и еще я вам покажу спрей автозагар. Это альтернатива тому, чтобы лежать часами, принимать солнечные ванны, которые не полезные, я бы так сказала, в большом количестве. Можно нанести на чистую, отшелушенную тщательно кожу спрей автозагар. Кстати, уже можно им воспользоваться. Вот-вот буквально скоро, как только солнце станет активным и захочется уже ходить в юбочках, а в колготках будет уже некомфортно, я всегда наношу на ноги, на руки, на зону декольте. Если даже, так сказать, бывает, что зимой на празднике, если открытое платье, то я тоже использую этот спрей, поэтому он у меня круглый год. Я его очень люблю, и мне нравится, что он дает приятный оттенок загара, легкий бронзовый загар, не в желтизну, не в рыжину, а вот именно красивый бронзовый тон. Это очень здорово. И, кстати, есть такое желе охлаждающее, оно успокоит после солнечных ванн кожу, и загар будет ложиться более мягко, комфортно, и будет очень приятное ощущение на теле. Так, здесь нас ждут гели. Кстати, у меня все гели закончились. Просто какой-то был ажиотаж на 8 марта. И мои полочки опустели. Поэтому я буду делать новые запасы гелей. Моя любимая серия Feel Good. Мне нравится то, что эти гели с натуральными эфирными маслами. И при этом у них такая доступная цена для такого качества. Поэтому я их обожаю. Зато у меня есть два аромата. И летом я люблю ими пользоваться. Один Loft Up сливовый, а второй Be Happy. Он такой вот с апельсиновыми нотками. То есть такой позитивный, сочный красный апельсин и куркума. То есть он вроде бы и цитрусовый, свежий, и в то же время с пряными нотками. Такое интересное сочетание. Мне они очень понравились. У них доступная цена, ароматы нестойкие, они легко такие выветриваются, не напрягают своими запахами. Поэтому я люблю летом ими пользоваться, потому что они вот такие вот прям летние, воздушные, невесомые. Самое то, что нужно. И есть к ним же мыло. Мыло, не могу сказать, что оно какое-то необыкновенное, хорошее, классное мыло. Кусочек не размякает в мыльнице, не трескается, надолго хватает, такой долгоиграющий кусочек. У нас прям как раз оранжевый заканчивается сейчас в ванной, то есть уже прям тоненький-тоненький, и я могу сказать, что ну, это удивительно, он вообще не раскисает. При этом у него такая мягенькая, хорошая пенка. Мне мыло понравилось. Следующее лавандовое открою. А здесь нас ждут спреи в мини-форматах по 8 мл. Самые вкусные ароматы от Oriflame, мои любимые, Eclat Mon Parfum и Giordani Gold Essence. Всего по 319 рублей. Очень удобно носить с собой в сумочке. Они маленькие, такие невесомые, при этом в течение дня освежить аромат всегда очень очень классно. А еще здорово для тех, кто не знает, какой выбрать, хочет и тот, и тот, и тот. Вот можно взять прям все четыре и уложиться, ну, получается 1200 там с небольшим, как нормальный флакон, но зато будут все разные, под разное настроение. Очень люблю такие маленькие ароматы. А так далее нас ждут парфюмерные композиции. Выбирать нужно через тестер. Ни в коем случае не выбирайте вот так, а вот этот вроде бы классный должен быть. Можете ошибиться, потому что помимо основных нот в состав входит еще дополнительные много-много ноток. И какая-то из них может быть вам не подойдет. Поэтому всегда, если есть возможность, нужно сначала протестировать, несколько дней поносить на себе аромат, а потом уже наслаждаться им. Например, все вот спреи для тела, Love Potion Blossom Kiss, он мне очень понравился. Он такой приятный, он такой сладкий, сексуальный. Вот действительно прям наслаждение от этого аромата испытываю. Но он такой несложный, абсолютно не будет стойким весь день. Я его использую вот как после душа, как вуальку на тело, что просто приятно пахло. Я его распыляю в воздух и вхожу в это облачко после душа. 1-2 пшика делаю, мне очень нравится. Потом кожа так нежно-нежно пахнет, просто супер.
Ценовая политика тоже разная, и несмотря на то, что некоторые ароматы стоят очень доступно, я так просто думаю, ну это очень невысокая цена для ароматов, они все-таки стойкие и хороший объем. Очень люблю аромат Eclat Mon Parfum, по-моему, я даже его взяла вам показать. Да, вот он такой. Единственное, я потеряла бантик, ну и без бантика он все такой же прекрасный. Мне очень нравится этот аромат, и я заметила, что когда я им пользуюсь, мне делают столько комплиментов, оборачиваются, многие подходят, женщины спрашивают, чем от вас так вкусно пахнет, скажите, пожалуйста. Такие вот смелые есть девушки, я, например, тоже такая, если мне что-то нравится, я могу смело подойти, спросить, где вы это приобрели, подскажите, пожалуйста, там, и так далее. Ну, это здорово, мы можем, да, через аромат тоже знакомиться с людьми. Кстати, так клиентку себе приобрела, она подошла, расспросила про аромат, я рассказала, что это Oriflame, я тут же уточнила, есть ли у вас консультант свой, через кого заказать, она говорит, ну, кстати, нет. Я говорю, давайте тогда знакомиться, я вам буду в этом помогать. Далее, ароматы Divine, ой, кстати, у меня тоже есть один аромат, вот такой вот красивенький изгиб, как фигурка. Прям прелесть аромат. Он, на мой взгляд, такой вот необычный. Часто спрашивают что-то, как сказать, такое с какой-то ноткой, как бы горчинка или что-то такое вот. Ну вот в нем нет такой приторности, сладости, и в то же время он такой женственный, такой притягательный. Я его для себя случайно открыла. У меня клиентка заказала. Без пробника, кстати, при мне открыла, распылила его на себя, и я когда стала вдыхать, была удивлена, какой это приятный, вкусный аромат. Поэтому все нужно попробовать, прежде чем заказать, и тогда вы точно не ошибетесь. Вот, кстати, я дочке подарила аромат Lost in You. Такой вот аромат классный, он ей так понравился, я говорю, а, забирай, моя красотка, как он красиво оформлен. Кстати, аромат парный, к нему есть еще мужской, они вот так друг с другом соединяются, и получается целостный такой аромат, очень тоже красивый, я бы сказала, как бы пудровый такой, ну, приятный. Ну, конечно, здесь имбирь, пион, бобы тонко, он такой сексуальный, в то же время мягкий и притягательный. Есть наборы, тоже смотрите, в наборах очень выгодно заказывать, потому что идет и крем, и аромат, и все в красивой коробке. Это идеальный подарочный вариант. Вот даже здесь посмотреть. Отдельно аромат стоит 1769, а в наборе с кремом и в коробочке 1299. Очень классно. Крема у нас такие вот большие бочонки. Вот бочонок немножко в креме. Очень люблю серию Love Potion Midnight Wish крем, вот он у меня такой вот расходуется не быстро, объясню почему, открыто сразу несколько кремов, их нереально просто все использовать, хочется то один, то другой, то третий, то маслом после душа нанести на кожу. Мне они очень нравятся, легко впитываются, приятные тонкие ароматы отдают от кожи и на любой вкус. Самое главное, например, вы выбрали себе парфюм, и под него, смотрите, может быть, есть дезодорант, крем. Собирайте себе полную композицию, чтобы у вас все тело от макушки до пяточек было с одним ароматом. Тогда аромат становится более стойкий, шлейф у него более такой вот длительный сохраняется. И это замечательно. Вот, кстати, пробник нового аромата с мимозой. Обязательно закажу. Мне интересно, как будет звучать этот аромат. Закажу, попробуем. Так, ускоряемся. Тут мужская коллекция. Кстати, мужчинам нужно обязательно взять вот этот Novage. Его, кстати, очень надолго хватает. Тут Миша пользует. Все, гель у него, по-моему, кончился. Там прям капелька. Крем для глаз, сыворотка и крем для лица. Крем для глаз с роликом. Прям самое то, что нужно для мужчин, потому что они у нас не понимают, сколько выдавить, куда нанести. А роликом они чуть-чуть прокатили. Я говорю, ну прокати там 3-4 раза, и все, и будет достаточно по ощущениям. Смотри, чтобы кожа напиталась. Шикарная коллекция, смотрите, как это все выглядит. Достойно. Приходит все в коробочке. Это классный и подарочный вариант. И просто как бы для своего мужчины нужно
баловать его. Вот, кстати, закажу Мише новый гель, потому что тот уже закончился. Новинка, выходит новинка охлаждающая. Будет у нас мыло 5 в 1, то есть оно и очищает, и контролирует выделение себума, и тонизирует, охлаждает. То же самое гель для душа 5 в 1, и еще и дезодорант, антиперспирант. Шикарная коллекция, можно тоже потереть страничку. У меня уже все запахи. Ну, такой свежий аромат. Мне нравится. И все такое белое, кстати, космическая прям коллекция. Надо будет Мише заказать. Пена для бритья и крем после бритья для чувствительной кожи. Спреи. Спреи для мужчин тоже. Многие мужчины любят орошать тело после душа, чтобы все вкусно пахло. На выбор, какой нравится, выбирайте по вкусу. Мужские ароматы. Здорово, что многие странички стали делать ароматизированными. Можно ощутить аромат хотя бы от страничек. Умный шопинг. Обратите внимание, вы можете сделать единовременный заказ на сумму 750 рублей в каталоге или на сайте и получаете доступ к супер ценам. То есть будет дополнительные скидки на сайте Oriflame. Но, внимание, страница доступна только с первого дня действия каталога. То есть раньше вы не сможете ее открыть, только когда откроется каталог в воскресенье 9 мая на праздник. Тогда будет доступна эта страничка со скидками. Инструкция есть, что нужно сделать. Внимательно читайте, делайте все по инструкции и пользуйтесь дополнительными скидками. Смотрите, шикарный, интенсивный антивозрастной крем для рук, который борется активно с пигментацией, отлично увлажняет, питает кожу. Он идет в подарок при заказе любых продуктов на Veg на 4000 рублей при заказе из этого каталога или на сайте. Итак, любые продукты на 4000 заказывайте, крем получите в подарок. Это может быть набор, кстати, у нас выходит новинка, новинка в серии... серии осветляющих средств. То есть сейчас такая глобальная проблема, борьба с пигментацией идет, потому что пигментация делает лицо визуально старше, уставшим таким выглядит лицо. Это не всегда красиво. Мы не говорим сейчас про веснушечки, такие вот звонкие, красивые, а именно про пигментацию, которая действительно мешает, напрягает. Итак, у нас будет новая сыворотка, дневной крем против пигментации. Можно все заказать или в наборе, или что-то по отдельности, если есть желание. И также все наборы на Veg. Мой любимый экологен, Ultimate Lift. То, что я всегда пользуюсь и чередую их с друг с другом. Также в серии на Veg вышли... просто, как сказать, бомбические дополнительные средства разного направления. Сыворотка с ретинолом, она убирает мелкие и глубокие морщины. Сыворотка пилинг, то есть мы можем вообще не ходить к косметологам, кто ходит, и эти процедуры у косметологов достаточно дорогостоящие, это домашний уход на уровне салона. Сыворотка пилинг, далее обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы, которая моментально обновляет, охлаждает кожу, делает эффект такой вот упругости, моментально возникает, кожа выглядит свежей, розовенькой, это невероятная маска. Далее сыворотка концентрат для упругости, сыворотка с пептидами для упругости. Шикарно работает на зоне шеи и декольте. Я уже сделала курс, мне очень понравилось. Сыворотка с 10% витамином С в необычном, таком, в необычной упаковке. Порошок смешивается с сывороткой перед тем, как вы наносите. То есть вы нажимаете сверху на дозатор, порошок высыпается, вы его смешиваете с активатором. И за недельку вы используете на ночь один флакончик. То есть получается курс примерно на 4 недели. Но вот мне флакончика хватило больше, чем на 7 дней. Там буквально 3-4 капли, то есть 3-4 нажатия, хватает очень надолго. Далее у нас появились масла, эфирные масла, невероятно классные, очень, очень эффективные. Я на себе проверяю их каждый день. Во-первых, я ложусь спать...
с релаксом. Я просыпаюсь, сразу энергию наношу. В течение дня, если у меня презентации, выступления, я наношу уверенность. Если вдруг я устала, раздраженная, я наношу баланс. То есть 4 аромата, 4 разных масла, которые работают на конкретную задачу. Я просто в восторге. Мой любимый гель-тоник для очищения кожи. Вот так выглядит гель-тоник. Я им пользуюсь. Видно, что он немножко такой юзанный. Вот. Он просто шикарный. Кстати, хочу повторить спонж коньяку. Давно им пользовалась. Уже соскучилась, потому что все губки закончились, вот эти наши желтенькие. Я думаю, нужно заказать спонж, и вот так надолго хватает. Далее, концентрированный крем-скульптор для зоны шеи и декольте. То есть специальный целевой продукт. Ночная маска. Кстати, я, по-моему, все брала. Так, вот масочку вам покажу. Ночная маска. Кстати, тоже маску очень люблю. Она делает кожу такой отдохнувшей. Убирает вот все, если... Кожа выглядит немножко обезвоженной, уставшей. На утро она очень свежая, розовенькая, такая приятная, мягенькая на ощупь. То есть это ночная маска, которую не нужно смывать. Мы ее наносим и оставляем. И очень удобная вот такая лопаточка. Где у нас тут лопаточка? Вот. Лопаточка для нанесения масок. Я ей наношу любые абсолютно маски, потому что ей действительно очень удобно распределить маску ровным слоем по всей коже. Дальше, вот этот продукт я вам точно хочу показать. Это специальный аппарат для ухода за кожей, для глубокого очищения. Вот у меня насадка сейчас стоит, это скраб. То есть видите, такие щупальцы, маленькие-маленькие пальчики, мягенькие. Это щеточка для очищения. Заметьте, это идет не круговая такая вот, как сказать, не вращение диска, а именно вибрация. Он не крутится, он просто вибрирует. За счет этого может использовать даже девушка с чувствительной кожей. Очень люблю вот такую насадку массажную. Я ее использую, когда наношу крем, делаю массаж. И вот как утюжок выглядит, и действительно как утюжок, расслабляет мышцы. И лицо расслабляется и выглядит более молодым. Кровь приливает, румянец появляется. Настолько я люблю этот аппарат. Мне хочется, чтобы он был у каждой девушки, потому что он очень крутой. И к нему есть сменные насадки, есть дополнительная насадка для нанесения тональной основы. То есть настолько продумано все. И он у меня уже, наверное, 2 года. Вот с момента, как он появился, я его сразу заказала. И его, кстати, можно заказывать со скидкой 50%, если вы участник премьер-клуба. Он получается очень доступно. Очень доступно. Потому что 4000, кто-то может сказать, дороговато. Кстати, посравнивайте эту цену с другими интернет-магазинами или в магазине, посмотрите. Это очень приемлемая цена за такой гаджет. Подтягивающая маска для лица «Королевский бархат». 40+, обращайте внимание на возраст. Маска кремовая, она напитывает и разглаживает кожу. И удивительно, маску всего нужно подержать 5 минут. Обычно маски держат 10, 15, некоторые 20 минут. Это и достаточно 5 минут, чтобы она сработала. Серия Pure Skin для молодой кожи, у которой возникают уже подростковые проблемы, воспаления, прыщики и так далее. Серия работает отлично. Нужно подбирать желательно полный комплекс в рамках одной серии, чтобы получился эффект, и тогда проблемы уйдут на второй план. Антивозрастная серия Optimals, патчи для глаз, для кожи вокруг глаз, патчи с гиалуроновой кислотой. Они быстрым таким эффектом обладают. Увлажняют, охлаждают, успокаивают, отечность уменьшают, темные круги. Желательно пользоваться регулярно такими патчами. И самое главное, что они не только для кожи вокруг глаз, их можно использовать на лице. Например, если у вас глубокие морщины на лбу или носогубные складки. То есть вы можете эти патчи использовать как вам удобно. Так, мультизащитный дневной крем с SPF 30 и объем 30 мл. Отличный крем. Мне нравится. Он без дозатора, но там есть узенькое такое горлышко, через которое крем удобно выдавливать нужное количество. Бустеры. Их используют только
вместе с кремом, по отдельно без крема он не работает. Вот так выглядит бустер. Вам нужно взять крем, положить на чистую ладошку необходимое количество, чуть меньше, чем вы обычно используете, потом взять пипеточку, выдавить 1-2-3 капельки, как вам нравится. Я обычно 2 выдавливаю капельки. Смешиваете вот так на ладошке с кремом и переносите на кожу лица. И за счет этого, как будто, знаете, такой эффект, ау, и лицо как будто включается, то есть усталость снимается, лицо выглядит более свежим, такой, ну, вообще классный эффект. И мне нравится, как крем распределяется, то есть он как будто вот прям сам растекается по коже. Бустер — это что-то с чем-то, я им регулярно пользуюсь. Серии целевые для кожи лица, серия Optimals. Вам нужно найти, какую задачу вы хотите решить. Если кожа жирная, то надо ее матировать, баланс делать. А комбинированная — другую задачу, да, мы решаем. Маски тканевые для лица используем по желанию. Я люблю, например, сделать тканевую маску, в следующий раз какую-нибудь мягкую или очищающую. Я люблю тканевые маски, потому что от них быстрый эффект, и он очень заметный. Необычно очень все это придумали, и я считаю, что это классная такая техника ухода за кожей. Маски и скраб. Смотрите, это новинка. Я сегодня попробовала питательную маску смузи для лица с органическими ягодами, нанесла на одну половинку лица. Она невероятно вкусно пахнет. И это просто очень вкусно, она сиреневого цвета. Ну, на лице, конечно, она не такая яркая, потому что мы ее наносим более таким тонким слоем. А второй продукт — это обновляющий скраб-мармелад. Я его нанесла сначала просто как маску, положила на лицо, а когда смывала, то влажными пальчиками размягчила и сделала такие круговые легкие движения. И, кстати, вот в маске, если тут вот не видно, прям есть частички крупные косточек ягод, вот этой ягодки. А когда начинаешь массировать кожу лица, то прям вот чувствуешь, как будто мелкий-мелкий сахарок перекатывается. То есть отшелушивающие частички не сами бабочки, а именно в составе этой маски, этого скраба, есть еще очень приятные, нежные такие ласковые сахарочки. Такое было чувство, что они как будто вот немножко тают под моими пальчиками. Такие приятные ощущения и от аромата, и от цвета, от дизайна. Мне все очень понравилось, поэтому можете смело заказывать, пробовать. Крем. Вот так выглядит крем. Он такой миленький, такой маленький на вид. А сколько в нем, кстати, объем? Где у нас объем? 50 миллилитров. А выглядит вот прям малыш-малыш. Вот сравните, здесь 50 миллилитров и здесь. Кстати, такая баночка классная, прелесть просто. Вот так выглядит крем. Я вчера уже его открывала, пробовала. Тоже такой розовенький, такой нежненький. Аромат просто невероятный. И вот сюда нанесу. Хорошо питает, кстати, кожу. Я его уже дочке подарила. Она так радовалась, прыгала просто в ладошки, хлопала. Говорит: мама, какой он хорошенький, какой он миленький. Она любит все такое вот девичье, прелестное. А здесь нас ждет серия с маслом чайного дерева и слаймом. Это антибактериальное масло, которое мы используем как ранозаживляющее на порезы, ранки какие-то, укусы можно использовать, на воспаленные участки кожи, на ожоги даже. То есть у него очень широкий спектр применения. Я всегда говорю, что это масло заменяет мне пол аптеки. И со скидкой у нас еще антибактериальный карандаш-корректор. Тоже удобно, то что быстренько, точечно, где есть воспаление, нанести этот карандаш, и они очень быстро затухают, как бы снимается воспаление. Шикарный триммер, кстати, я пользуюсь, мне он очень нравится. Этот триммер служит много лет уже, можете смело брать, он очень качественный. Серия Essentials, еле выговорила. Здесь классное мыло, я, кстати, дочке заказываю это мыло, ей очень нравится. Оно и для лица, и для тела. И есть и очищающее средство, маска шикарная, бальзам для губ. Он, кстати, практически ничем не пахнет. Щеточка мягенькая такая для очищения кожи. И крем для лица увлажняющий.
Здесь вот смотрите, кое-где бывает на этих вот мелких разворотах тоже интересные скидки какие-то, встречаются предложения, как, например, серия абрикоса и апельсин с вкусным ароматом. Нам очень понравилось. Я брала всю серию для дочки и частенько у нее брала очищение, потому что мне понравился эффект, мягкое очищение. При этом так вкусно пахнет, что хочется им пользоваться постоянно. Здесь еще есть маски тканевые для лица и крем против покраснений. Кстати, у кого вот близко капилляры и кожа выглядит как будто она с мороза красная все время, независимо от времени года, хорошо работает крем. Тоже отзывы у нас в чате писали девочки, что работает, понравилось и продолжает пользоваться дальше. Так, запасаемся омегой. Омегой капсулами и капсулами для лица омолаживающими, они восстанавливают кожу. Здесь такой, как сказать, коктейль из масел, классных масел. Я частенько беру такие капсулы, потому что мне нравится их эффект кожи, такая становится бархатная, прям вот, ну прелесть такая, бархатно-атласная. Серия Wellness, она очень полезная. Я ее называю «это красота изнутри». Если мы просто будем мазать маски, крема, ухаживать за кожей, а есть всякую фигню бесполезную, то кожа не справится, то есть один крем не справится, потому что, чтобы кожа была красивая, у нас должны быть красивые клеточки, здоровые, правильно сформированные, наполненные всем необходимым. И в этом нам помогает только питание. Только из питания клетки берут все необходимое, чтобы быть красивыми и здоровыми. Вот, например, витаминки. Целая баночка витаминок. Тут, кстати, 60 таблеточек входит в одну банку, поэтому хватит такой баночки на 2 месяца. Это очень выгодно получается, особенно по такой цене, со скидкой. А что нужно сделать? Если у вас заказ на 1000 рублей из этого каталога, то вы можете воспользоваться таким классным предложением. Поэтому клеточки кормим правильно, ухаживаем за ними, изучаем серию Wellness и для деток, и для взрослых. То есть все есть необходимое, чтобы мы были и здоровые, и красивые. Серия для волос Климат Контроль. Что делает эта серия? Например, когда какие-то резкие перепады, в помещении кондиционер, на улице жара или на улице мороз, в помещении сухой воздух. Меня вот эта серия очень спасает, я ей пользовалась зиму, мне понравился такой эффект классный от нее. Волосы не электризуются, такие послушные, мягенькие, увлажненные. Сухой шампунь. Вот так выглядит сухой шампунь. Это действительно как палочка-выручалочка. Я не часто им пользуюсь, но бывает иногда срочно нужно хорошо выглядеть, ну хотя бы чтобы сделать сплетение, но волосы выглядели свежими и красивыми. Я быстро его вот так трясу, распределяю на прикорневую зону кожи головы, да, вот где начало роста волос, отступая, ну не прям впритык, да, нужно с расстояния распылить, потом взбить чистыми руками волосы, расчесать и снова взбить, ну как бы потрясти, да, головой, и волосы становятся действительно свежими сразу, выглядят чистыми, и можно как бы еще день продлить себе причесочку без мытья. Но на следующий день обязательно нужно вымыть голову. Мультифункциональный CC крем для волос. Как он работает? У него много функций, то есть он, во-первых, снимает статику, увлажняет хорошо, легко волосы расчесываются. Его можно даже использовать как вместо кондиционера, если нет кондиционера, не любите, а нужно все равно, чтобы волосы были более послушные, хорошо расчесывались. Ну, классный продукт, нам нравится. Вот такие грабельки я вам рекомендую, они прям натуральную величину здесь на фоточке. А вот это вот чудо, я сначала игнорировала их, а потом думаю, дай-ка все-таки закажу, попробую. Это чудо классно удаляет все-все-все волоски, пушинки с расчески, то есть полностью очищает любую щеточку. И вот такую, и любую массажку, потому что бывает, что не получается никак до конца очистить, а вот эти грабельки справляются с любой проблемой. Поэтому можно смело заказывать. Краска для волос. Я пользуюсь оттенком 9.0 светлой руссой.
нас краска поменяла немножко дизайн, и по отзывам, кажется, даже чуть-чуть состав поменялся. Есть инструкция. К инструкции приклеены перчатки. Я просто уже все это раскрыла. Есть специальный окислитель, оттенок. Мы выдавливаем в флакон с окислителем. Все смешиваем, как бармены. Отрываем кончик. И дома, в домашних условиях, можно спокойно покраситься, потому что очень удобная форма нанесения. Потом смываем. И наносим маску. Вот эта маска очень крутая. С ней волосы становятся такие шелковые-шелковые. И в этой краске масло льна и специальный комплекс. Она работает таким образом. Вот специальная адаптивная смарт-система. Усиливает стойкость цвета. И волосы становятся такие блестящие. Седину закрашивает. Очень хорошо закрашивает седину. И дает... шелковистость получается, такой блеск, сияние, и очень просто пользоваться. Краска классная, сама ей уже много лет пользуюсь, поэтому и вам рекомендую. При заказе любого масла серии Элио, у меня вот укрепляющая маслица, мы можем взять шампунь или за 199 рублей, или за 219. Пока непонятно, где-то опечатка в каком-то месте, ну разница не очень большая, мы это увидим с вами на сайте. Кстати, скорее всего, когда вы масло добавите в корзину, то шампунь появится на втором шаге. То есть не пытайтесь вбить код, будет вероятнее всего, что он будет без скидки. Обычно у нас все предложения, все акции открываются, когда мы нажимаем «Далее» из корзины и попадаем в раздел «Предложения». Масла классные, шикарные просто. Я без них не могу представить своей жизни. Хотя мне дарили другое масло, не Oriflame, просто подарили. Я попробовала хорошее масло. Ну, действительно неплохое, но наше лучше. Оно победило вот по всем показателям. И как пахнет, и как наносится, и какой волос классный, качественный. Далее шампуни. Шампуни у нас идут по акции. Выбирайте тот, который вам больше подходит по вашему типу волос. Шикарная расческа деревянная. У меня такая есть и у дочки. Мне очень нравится. Масло с авокадо, которое можно использовать и как для тела, и ванну принять с маслом, и для волос как маску можно сделать. У нас вышла новинка, твердый шампунь, то есть шампунь как мыло выглядит для нормальных волос. Мы вчера попробовали на Мише, вот эта новинка только получили. Вот такой вот кусочек, он равен двум вот таким флакончикам. Представляете? Очень интересно, что я отметила. Очень мягенькая получается пенка. Я сама Мише мыла голову, говорю: Миша, ну мне же надо протестировать, завтра уже снимать каталог, а я только утром вымыла голову, я же не буду ее сразу опять мыть. Вот, очень мягенькая пенка. То есть я сначала намыливала, потом пенку переносила на волосы. Как видите, вот, ну, расход прям очень маленький. Пеночка мягенькая, нежная, ароматная, очень прям... пахнет очень вкусно, авокадо и ромашка. Ну, чистые, хорошие волосы получились. Я не могу сказать, что что-то вау или нет, пока сама не попробую. Но вот как вот по ощущениям от того, как я с Мишей помыла волосы, мне понравилось. Как будет дальше, я не знаю, посмотрим. Скорее всего, в каком-то следующем обзоре я подробненько расскажу про этот твердый шампунь. Классное мыло для рук, жидкие. Я очень люблю жидкие. У нас всегда стоит и жидкое, и кусковое мыло. И кому какая нравится больше форма. Просто иногда бывают руки грязные, и берешь вот кусок мыла, начинаешь мылить, потом мыло какое-то грязное становится. Ну, не очень гигиенично, как бы. И его нужно мыть. А здесь нажал, все нормально. Я очень люблю вот такие формы мыла. Пена для ванны. Кстати, гигантский объем, 750 мл. С ароматом вишневого цвета, очень вкусная пена, и цена хорошая за такой объем. Средства для ухода за кожей, антицеллюлитный гель и гель для, укрепляющий гель для груди и живота, эффект дадут только если пользоваться регулярно. Я вот взяла себе укрепляющий, но
два дня мазалась, потом забыла. Эффекта не будет, надо пользоваться регулярно. Поэтому если вы не такой трудолюбивый человек, вернее, такой же трудолюбивый, как и я, в плане ухода, то лучше не брать, потому что эффекта не будет, если вы раз в неделю сделаете. Нужно прям курс сделать четко, чтобы и тонус поднимается. Я просто помню, цель себе поставила — убрать целлюлит. К поездке мы куда-то улетали за границу, на море, купила красивый купальник, в зеркало смотрю и такая: о, так мне надо было вообще максимально закрытые, вообще какие-нибудь шорты брать удлиненные. И я начала пользоваться каждый день, это был просто мой вызов, я натиралась, я этот гель втирала, и вот уже через две недели был такой мощный результат, я удивилась, и кожа вообще другая стала, она такая подтянутая, в тонусе, ну просто красота. Поэтому надо пользоваться регулярно, будет классный результат. Серия Beautanicals — это серия на 95% натуральная, видите значок веган, с экстрактом жимолости, аромат бесподобный. В этой серии несколько продуктов, пока 5, может быть, будет линейка как-то расширяться, я не знаю. У меня восторг, мне все очень нравится, я регулярно пользуюсь шампунем, кондиционером, мыло было такое, тоже понравилось. А сейчас скидки на крем для рук и вот такое очищающее средство для душа, то есть для купания. Ну, как гель для купания. Ой, такой классный. Просто главное успевать всем пользоваться. У меня так много всего. Шикарная наша серия Swedish Spa. Масло в этот раз будет у нас со скидкой. И мусс для душа. Смотрите, мусс огромный. Он такой гигант. Прям бутуз пузырек 200 мл. У меня уже был этот мусс. Это вот новенький прям. Его надо перемешать. Так, ну, потрясти флакончик перед применением. Надавить вот сверху на клапан, и будет выходить густой-густой ароматный мусс. Его переносим на кожу мокрую нашего тела. Потом по желанию можно взять щеточку или мочалочку, чем вы любите пользоваться, и сделать купание еще более активным. Ой, это такая вкусняшка, вот просто бомба. Конечно, и стоит он тоже хорошо, но он того стоит, хотя бы раз попробовать нужно обязательно. Детская серия в ассортименте для веселых умывашек. Цены вы видите, здесь без скидок идут у нас цены. А серия Baby O — при покупке трех любых продуктов вы можете три одинаковых взять, три разных, или два одинаковых, одно другое. Будет скидка большая, 1035 рублей за три продукта. Серия, конечно, очень крутая. Так, дальше. Вот мне очень понравилась серия мед и лаванда, и амбра. Это что-то невероятное. Я набрала себе мыло для рук жидкое. Вот, кстати, оно тут без скидки. Но когда оно было со скидкой, я взяла сразу три бутылечка. Вот один сейчас заканчивается, следующий уже приготовила. Ой, какое оно вкусное. Это что-то. Я даже с ним купаюсь, потому что мне так нравится аромат. Просто бесподобный. Здесь нас ждет консилер для кожи вокруг глаз, чтобы убрать темные круги, замаскировать несовершенство, морщиночки делать менее заметными за счет светоотражающих частичек. А второе средство — это база под макияж, такая беленькая консистенция, как у тональной основы, и она прям перламутровая, такая блестящая. А сверху мы наносим уже тональное средство, то есть это не самостоятельное средство, оно только под тональную основу идет. И у нас вышли новинки в серии The One, я вам сейчас покажу, еще сама не попробовала, но я вам так вот покажу и расскажу, что это значит. Так, это палитра консилеров, которая работает над определенной задачей. Например, открываем первое, и нам с вами нужно взять светлый беж, он для сияния. То есть мы наносим на те зоны, которые нужно подсветить. И вот мы смотрим, светлый беж наносим на зоны, которые подсветить. Зелененький, он у нас для маскировки покраснений. То есть если у вас купероз, например, или какие-то пятнышки бывают такие красненькие, то есть мы покраснения все убираем. Золотистый желтый убирает темные круги, шрамы, сосуды и пятна. То есть все, выбрали, нашли зону, которая нам нужна для проработки, работаем. Следующий смотрим, желтый тоже для подсвечивания светлой и средней кожи. Розовый для здорового сияния кожи и стирания следов усталости. А бежевый для маскировки пигментации.
шрамов, сосудов и пятен. Даже захотелось его посмотреть. Ой, какие они красивенькие. Классно. Очень плотные такие, классные. То есть мы их наносим, а сверху тональное средство. Я обязательно запишу в ближайшие дни отдельное видео на эти продукты. Ищите на моем канале. Ну, чуть-чуть попозже выйдет после этого ролика. И самый-самый-самый темный для чего? Светло-коричневый для маскировки. А, какой вот этот, наверное, светло-коричневый. Надо было еще пронумеровать, какой из них какой, потому что непонятненько. Потом темно-коричневый для белых пятен и фиолетовых точек. Вот этот вот темный. Ой, какой темный прям. Да, вот этот светло-коричневый. И коричневый для выравнивания тона и маскировки несовершенств. Вот такая вот классная палитра у нас вышла для всех-всех проблем. Для любой задачи, которая только может возникнуть у человека, мы можем предложить решение. И, конечно, обязательно рекомендуем заказывать такие кисти, плотненькие, упругие, для нанесения консилеров и маскирующих средств. А мы с вами продолжаем. Убираю все классные палеточки, они же такие толстенькие, хорошенькие, прям прелесть. И у нас вышла новинка в серии The One, стойкая матирующая пудра. Она придет в красной вам коробочке. На три оттенка. У меня оттенок средний. Я уже пудру так попробовала. У нее такая шелковая текстура. Очень приятная. Как видите, средний тон, он не очень темный. То есть он, ну, для светлой кожи нормально, просто мне очень подошел. А есть еще темный тон. Я тоже отдельное видео запишу, потому что мне это прислали как официальному обозревателю для полного обзора. Мне что понравилось, то что на 10 часов матовый финиш получаем. Я обязательно прям сегодня сделаю с этой пудрой макияж полный и посмотрю, как она будет в течение дня себя вести. Соответственно, потом запишу концовку. Далее нас ждут, уже вышел тин для губ, отзывы разные. Я, кстати, раньше тинтами никогда не пользовалась, поэтому я не могу сказать, что ой, вот здесь лучше, здесь хуже в этой фирме. Я знаю только вот наши тинты. Вот у меня милый розовый, я, видите, наношу на бумагу, потому что на руки, если нанести, он впитывается в кожу, и его уже вы не сможете снять. Свежий ягодный. Чем они мне понравились? Слушайте, это такая прелесть. Например, я нанесла утром, распределила на губах и оставила. И в течение дня у меня практически весь день, даже я покушаю, у меня все равно губы красивые. Особенно мне этот красненький нравится. Я розовый подарила дочке. А красненький и свежий, энергичный красный и свежий ягодный я оставила себе, потому что для нее темноватые, а мне очень они нравятся. Просто красота, красота. Их можно также использовать как тени и как румяна. Только быстро тушевать. Например, я брала палитру специально, на нее выдавливала капельку. Можно быстренько на щечки поставить капельку и кисточкой быстро растушевать. Но вам нужно приловчиться, чтобы не выдавливать лишнего. У них очень маленький расход, у этих тинтов. Нет никакого аромата, абсолютно не чувствую никакого запаха. Ну, мне они очень понравились. Я такая радостная, когда открыла для себя, что у меня целый день могут быть такие красивые губы красивого цвета. Я в восторге, конечно. И у нас есть компактные румяна, тоже я не пробовала, но отзывы просто, какие классные отзывы, особенно на пионовый, он такой невероятно красивый оттенок. И делает личико, особенно молодую кожу, очень красивой. А здесь нас ждут корректирующая тональная основа. Смотрите, ультрастойкая здесь. А аквабуст увлажняющая нас ждет здесь. У меня, кстати, есть аквабуст. Мой тон 408-29, светлый бежевый. Я вам его сейчас покажу, капельку. Я им пользуюсь. Мне нравится... Он бесподобный, он вообще в поры не забивается, он такой классный. При этом лицо прекрасно выглядит, все несовершенства убирает.
как вторая кожа. То есть я его на лице не вижу. Мне так нравится этот эффект. Я не люблю, когда на лице эффект маски, чего-то тяжелого. Мне нравится натуральность во всем. Конечно, я могу немножко перестараться, например, с макияжем. Но вот чтобы кожа была легкая, светилась, это очень важно. Здесь нас ждут всевозможные подводки на любой вкус. Это может быть большой наконечник, да, вот такие широкие линии делает, тоненький линер или тени Кай Ал для век. Я, кстати, ни разу не пользовалась, даже не представляю, как ими пользоваться, поэтому все время говорю, не-не-не, мне не нужно, потому что я не представляю, как я им буду пользоваться, и откладываю на потом. Так, здесь я вам хотела показать карандашик. Карандаш-подводка радужный зеленый. Вот такой красивый цвет. Он вообще не агрессивный. Я почему-то думала, что он будет такой режущий глаз. А он оказался такой мягкий, приятный. И я им делаю подводку по нижнему веку в ресничках. Чуть-чуть растушевываю. Получаются такие огромные, открытые глаза. Такой позитивный макияж с этим карандашиком. Я им очень довольна. Так, шикарный пинцет, забыла взять, я им пользуюсь, хочу сказать, это лучший пинцет, который я за свою жизнь попробовала. Очень удобный двухсторонний карандаш для бровей, то есть вы красите брови, а потом высветляете по контуру, так проходите, можно и сверху, и снизу, делаете корректором высветленные участочки, и бровь выглядит более оформленная. У меня, кстати, одна клиентка все время берет эти карандаши, и есть такая тушь, которую вы уже используете. Можно, кстати, ей против шерсти сначала расчесать, потом уложить. Она прокрасит все внутренние светлые волоски под пушек, так сказать, и брови получаются более пышные вот за счет этой туши. Опять же, она укладывает, форму делает и оттенок. Восторг от этой туши. Кстати, ее когда первый раз получила, я не очень поняла, зачем она нужна и так далее. А потом распробовала и уже без нее жить не могу. По-моему, это уже третья тушь, которую я заказываю. Смотрите, светлый для блондинок, у которых светлые-светлые брови. Коричневый вы сейчас видели у меня. А есть еще прям темный-темный коричневый. Он не черный, он темно-коричневый. Так, а где же наш блеск? Я его брала. Вот. Смотрите, мультиактивный бальзам для губ. У меня оттенок 83-й розовый. Чтобы вы понимали, что он дает легкий цвет на губах, вот такой легенький, и он есть, и это выглядит очень красиво. Такие получаются губки нежненькие, пухленькие, блестят, при этом приятный аромат, сладенький. Ну, кстати, предыдущий мультиактивный бальзам с ароматом клубники мне нравился больше. Но, как говорится, что есть, этому радуемся. Мне и это тоже очень нравится. Тени. Тени — это отдельная песня. Смотрите, что такое тени рефил. Вы можете подобрать себе любую палитру, которая вам нравится. То есть, например, взять искристый апельсин и мерцающую бронзу. Или розовый и сливовый, мягкий сливовый. Ну, то есть вы играете оттенками, или взять 4, или 6, сколько угодно. Есть отдельные палетки магнитные. У меня вот самая большая на 6 штук. Вот тут дырочки, как вытолкнуть тени, там шпилькой, иголочкой, чем-нибудь. Зеркальце есть удобное, длинненькое. А здесь мы видим оттенки, кстати. Ну, палетка мне по качеству вот первая не нравится. Может быть, новые вышли уже не такие, будут вот затертые. Сами тени бомба, просто бомба. Смотрите, как мы ими пользуемся. Лучше всего взять вот такой праймер для век. Мы берем капельку праймера. Вот тут я еще не пользовалась. Давайте тут наносим праймер. Он придает приятный оттенок нашим векам. Потом берем кисточку и, например, вот зелененький цвет, такой красивый. Если нанести просто на кожу, оттенок такой. Если мы наносим на праймер, как вы видите, лучше тени цепляются, прекрасно тушуются и более сочный оттенок. То есть это неоспоримо. Вы видите по сухой коже, как работают тени. Намного бледнее. И как на праймер ложатся. Я в восторге от теней. Вы можете выбрать свою палитру, какая вам больше нравится, и делать любые макияжи. Или, например, такой розовенький.
вообще не видно практически, да, как вот чуть-чуть розовое золото отливает. А по праймеру уже активный цвет появляется. И друг с другом хорошо смешиваются цвета. То есть праймер — это бомба, его обязательно нужно взять. Либо искать какую-то базу, с которой вы сможете сделать такой вот макияж. Просто на сухие веки у вас не получится красоты. Кстати, этому праймеру уже, наверное, года два. Вот с момента, как он вышел, я его сразу заказала. Я взяла себе несколько оттенков праймер, и он какой-то нескончаемый просто. И помада. Помада матовая, такой именно у меня нет из этой палитры. Я просто вам хочу показать, насколько это удобно. То есть будет хорошая кисточка с губкой, даже, наверное, форма чуть-чуть другая в этой коллекции, с изгибом анатомическим под форму губ. Шикарная помада, они у меня, по крайней мере, губы не сушат, что мне очень нравится, и это очень красиво выглядит, такие приятные теплые оттенки на любой вкус, жидкая помада. А от Ultra Fix у меня есть аж три оттенка, я вам сейчас их покажу. Очень люблю эту помаду. У нее стойкость 8 часов. Наносим на сухие губы, не облизываем, не смешиваем губы друг с другом. Даем помаде устояться 5-10 минут, зафиксироваться, так сказать. И потом только начинаем делать. Так, нюд. Вот показываю, нюд у меня вот тут будет. Такой нюдовый цвет. Это терракота. Где он у нас? Вот терракотовый. Потому что на бумаге все равно оттенки будут другие. Терракотовый, более сочный. И мой любимый красный. Сейчас найдем. Вот он красный, красный, красный. Подождите. 04. Да, вот он красный. Причем здесь написано коралл. А, коралл вот. А где же красный? Вот он красный. Угу. Смотрите, вот это моя любовь. Вообще, какой он красивый. Я когда им губы крашу, все в обморок просто падают. Куча комплиментов. Что у тебя на губах? Покажи, я тоже хочу. Это просто прелесть. И тоже абсолютно мне губы не сушит эта помада. Мне очень нравится. И буквально вот один раз можно провести, все, губы накрашены. То есть не надо вот так мазать туда-сюда сто раз. Шикарные наши кисти и мое любимое средство для снятия водостойкой косметики. Видите, медузка напополам. Внизу голубенький цвет, сверху прозрачный. Надо вот так смешать, потом на ватный диск и убираем любой макияж. Любой абсолютно макияж снимается. Роскошные кисти. Средство для наших лапочек. Кстати, хочу вам показать кое-что. А где же я маслице забыла? Хотела вам вот это масло показать, потому что я в него влюблена, но я его забыла взять. Ладно, покажу вам. Вот, нашла. Жидкость для бережного снятия лака. На мой взгляд, это очень дорого. 300 там, рублей за такой флакончик. Но я никогда в жизни еще не встречала средства, которое яркие лаки, например, красный, оранжевый, фиолетовые, какие-то такие вот оттенки, когда начинаешь каким-то средством снимать, то оно размазывается по всей коже, потом еще и кожу приходится оттирать. Это средство я нанесла на ваточку, так прилепила, я сразу делаю на все пальчики, и я вот так просто прижимаю и снимаю, все. Вот просто снимается все начисто. Даже если что-то остается, я подтираю, не размазывается вокруг кожи, по коже, вокруг ногтевой пластины. Я была удивлена, честно. Я его получила в подарок при покупке двух средств, была акция. Думаю, так бы никогда не купила, очень дорого. А теперь понимаю, что это средство, оно нереально отличается от тех, которые я пробовала раньше. Так, и это еще не все. У меня есть ночная маска, которой я не пользуюсь. Так, кто из вас ночная маска? Вот она. Я ей практически не пользуюсь, да, пару раз умудрялась накраситься, потому что я обычно маникюр делаю утром. Я снимаю лак, крашу новый и сразу делаем съемки. Но вот когда я на ночь ее делала, какой у нее эффект? Наносишь, просто беленькая, все. Начинаешь мочить, сначала прозрачная. Начинаешь мочить, она становится белой и смывается. Просто смывается водой. Поэтому ее наносят на ночь. Но она, конечно, вообще необыкновенная. А это средство для... А его здесь, кстати, нет, этого средства. Ну, укрепляющее средство, тоже мне оно очень нравится.
Так, здесь у нас лаки, лаки, лаки. Покажу вам лак один. У меня есть огненная комета. Кстати, ожидания и реальность немножко не совпали, потому что здесь на картинке так все снято красиво, в жизни лак чуть-чуть другой. Я не могу сказать, что он плохой какой-то, но просто я ждала чуть-чуть другого эффекта. Он, конечно, красавчик. Очень плотно, одного слоя достаточно, чтобы накрасить. Но согласитесь, что здесь ощущение, что там какие-то прям искорки, что-то такое прям красивенькое. На самом деле этого нет. Вот он. Оно просто вот гладкое такое вот. Красивое. Смотрите, как интересно, тинт из розового стал каким-то беленьким. Нереально. Прикольно. Какой-то процесс, значит, на воздухе произошел, и он изменился. Так, двигаемся дальше. Распродажа на помады. Кстати, видите, количество товара ограничено. Если вы любите помаду 5 в 1 с глянцевым финишем, то выбирайте сейчас, а то, может быть, потом не будет. Кстати, очень прикольный органайзер. Видела у одной девочки, она его наполнила. Сделала фотку, к нам в чат выложила. Вау, у него так много помещается, он прям вместительный. Вся косметика будет очень аккуратно стоять на виду. Матирующая тональная основа для жирной кожи. Вот у меня кожа нормальная, мне вообще не нравится этот тон. Я вам сейчас его покажу. Выдавливайся. Вот он, смотрите, вот так раз. Куда мы его с вами выдавим? Ну, давай чуть-чуть-чуть, оп. То есть этот тон пудра, как я о нем мечтала, вы не представляете, но на моей коже он не смотрится красивым, потому что кожа не жирная, а если жирная, говорят, вообще очень классно лежит. Еще влажным спонжем, когда наношу, более-менее хорошо, но кистью или руками нет, не то. Так, а зато вот здесь вот совсем небольшая картиночка, это кремовые румяна в стике. И я вам покажу розовое золото. У меня уже, по-моему, нет, это первые, да, первые. Что я ими делаю? Так, где покажем вот тут? Смотрите, это что-то бесподобное. Я обычно с ними делаю макияж глаз, и все меня спрашивают, что у тебя за макияж? Как ты это сделал? Я наношу так жирненько. Потом я беру тени. Ну, давайте сейчас прям покажу вам. У меня, правда, нет той палетки, где у меня золотистые оттенки. Я беру тени и начинаю сверху делать, вот так припечатываю, потому что румяна жирненькие, если их одни оставить на глазках, то они свернутся и будут в складочках забиты. Если мы наносим так сухими тенями, кстати, вот эти идеально розовое золото подходит, то получается такой крутой макияж. Еще с краешку я делаю как окантовочку такую, вот краешек показываю. Какой макияж получается, просто чудо. Можно чуть-чуть на щечки и чуть-чуть сверху на губную помаду. Если просто на губы нанести, то сухо губам. Вот от этого средства будет сухо. Посмотрите, как это красиво. Я не могу. Оно того стоит. Очень большой объем. Вот я 2 года им пользуюсь. Смотрите, как здесь еще много. То есть и на этот сезон мне тоже хватит. Они бесконечные, эти румяна. Но вот именно мне нравится для век используется, для макияжа век. И тут еще есть бронзовое сияние. Тональная основа с пребиотической сывороткой я себе купила, но так и не начала еще пользоваться, потому что у меня столько сразу тональных основ было открыто. Я думаю, закончу, открою, а они у меня все не заканчиваются, не заканчиваются, но все равно скоро открою. Матирующая пудра, покажу, кстати, обалденная пудра, просто восторг. Вот так она выглядит. Какой у меня тон? 37. Слоновая кость, 2 оттенка здесь есть, еще теплый беж. Она просто крутая. Я не знаю, как вот будет Zevan матирующая, но это мне очень нравится. Она прям с эффектом фотошопа. Видите, я как пользуюсь активно каждый день. Мне она очень нравится. И ей можно и вот так пользоваться, например, как спонжиком наносить. Можно кистью, я в основном кистью пользуюсь, но вот когда как с, вот спонжем припечатываем к тону, то получается вообще эффект такой идеальной кожи, как будто вот я с обложки журнала сошла. И в ней есть зеркало, что тоже удобно. Далее консилер в 2 оттенках. Он с кисточкой, по-моему, этот консилер я не брала. 2 новых продукта, контурный карандаш для глаз, бархатный взгляд. Это здесь.
жидкая подводка, а вот подводка, маркер и двухсторонний карандаш кушон для бровей. Я тоже не брала, но я думаю, что вот это просто бомба, потому что здесь кисточка тончайшая. Я пробовала такой продукт, мне присылали на обзор с AliExpress, вот именно в этом формате, не как фломастер у нас, линеры есть, да, маркеры, а именно вот с такой кистью. Девочки, это вообще бомба, просто насколько это удобно наносить. Кушон я еще ни разу не пробовала, может быть, как-нибудь попробую. Или да, вы можете поискать на YouTube, наверняка будут отзывы о данном продукте. Я думаю, что он очень классный. Помада Giordani Gold атласная и сатиновая помада. Я не брала, но я очень хочу. Я бы себе взяла однозначно кремовый беж, мне очень нравится, какая она красивая, классная. Контурные карандаши для губ у меня есть все три, поэтому я вам их все три покажу. Вот так они выглядят: розовый, нюдовый, гордения, да, по-моему, да, вот гордения и мак. Роза, гордения и мак. Ой, опять розовый взяла. Так, исправляемся. Маку тут будет. Классные карандаши, но вот на губах мне гордения и розы не очень нравятся. Может быть, мне они попались, такие карандаши, потому что мак, он идеальный просто. У него такое красивое покрытие, могу полностью им даже губы вот заштриховать, и будет очень классно. И жидкая помада, я ее очень люблю, потому что у нее и стойкость высокая, и мягкость, она не сушит губы. Классная кисточка такая, прям по форме губ. У меня кашемир, теплый кашемир, шикарный цвет. Все вам показывает. Теперь нужно будет все это стирать. Хорошо, что есть средства для снятия макияжа. Так, туши, целый фестиваль туши. И я безумно рада, что у нас появилась здесь тушь термосмываемая, потому что мои клиенты просто в истерике многие бьются. Как? Как мы будем без нее жить? Итак, мне понравилась тушь с двойным эффектом. Раньше не брала, вот попробовала, а она, оказывается, очень классная. Можно делать объем, тут много, а если мы вытаскиваем верхнюю крышечку, то весь объем вот тут вот снимается, туда вот он уходит, и мы вынимаем более чистую кисточку, и получается, мы длину делаем. То есть такой хитрый эффект. Очень, действительно, объем делается очень крутой. Водостойкая, очень стойкая. Говорят, что она так трудно смывается. Кстати, есть чипчики для завивки ресниц. Ими пользуемся только, когда ресницы чистые, не с тушью. Вот она, кстати, термосмываемая тушь. У нее большая пышная кисть. Далее две туши Tremendous. У меня есть с эффектом кошачьих глаз. Кстати, она мне понравилась. Хоть и кисточка гигантская, я не люблю такие большие кисти. Но тушь хорошая и действительно делает вот этот эффект кошачьих глаз. Давно не пользовалась, видите, осыпалась. Потому что все равно больше всего я люблю тушь. Угадайте, какую? 5 в 1. Так, оттеночный гель-уход для бровей и ресниц. Не пробовала. Удлиняющая тушь. Серия On Color, кстати, очень популярная тушь. У нее силиконовая кисточка, необычная там на щетинках. Еще по пучку щетинок, а она разделяет, удлиняет. Далее у нас идут тени. У меня есть такие тени, и я ими даже с удовольствием пользуюсь. Вот такой вот розовенький, жемчужный и мерцающий беж. Вот они, эти тени. Если мы их посмотрим, то они вот такие красивые. Посмотрите, шелковые. Классные тени, просто нереальные. Их тут очень много. И я понимаю, что светлые оттенки в палетках всегда быстрее всего заканчиваются. Поэтому я заказала себе вот такие большие палетки, которых хватит надолго. И у меня все время будет закрыт вопрос, что у меня кончились светлые тени. Нет, они у меня не кончатся. Очень крутая точилка Oriflame. Вот так она сверху открывается. Тут есть шпажка, чтобы все почистить. Вот так вот, например, забилась, мы все почистили. Нижнее донышко тоже открывается. Вот так вот. Здесь мы тоже можем все вытрясти. Она такая прям трансформер. И как она хорошо точит. Давайте посмотрим на каком-нибудь карандашике. Например, вот на этом. Чисто, ровно, не ломает. О, идеальный кончик. То есть не снимает ничего лишнего. Мне она очень нравится. Точилка. Хватает ее на сколько лет? Не знаю, уже 100 лет она у меня.
лаки. Вот знаете, мне кажется, я делала обзор на эту серию, можно поискать у меня на канале, прям по названию. И они очень красивые. Вот насколько я помню, я даже хочу сейчас сама пересмотреть видео, потому что у меня закончились светлые оттенки, закончился мой любимый клеверный оттенок. И я не знаю, как без него теперь жить. Но, может быть, из этой серии как раз взять лаки. Они здесь по 5 мл, то есть не успеют надоесть, закончатся. И очень красивые. Матирующая тональная основа On Color и консилер нас ждут. И помады. Помады блеск адаптивный. Он из светлого становится ярко-розовым. И я вам хотела показать вот такую помаду, которая меня удивила. Она называется мерцающий нюд. Нюд у меня ассоциируется с чем-то очень светлым. Итак, внимание на экран. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот скажите мне, это нюд? Да, он мерцающий, но это, по-моему, это вообще не нюд. Это очень яркая морковка. Но помада по качеству крутая. И сверху матовый. То есть хорошо, что разделили. Матовые, сияющие. Очень хорошо видно оттенки. Ну вот, картинка в каталоге. И то, что здесь в деле. А это разные немножко помады, да? И завершает каталог целая серия шариковых дезодорантов, антиперспирантов Activel. Это очень хорошие дезодоранты. Я всегда беру себе серой крышечкой. Мне нравится, что он не оставляет следов на одежде и справляется со своими, со всеми задачами, которые необходимо ему решить. Итак, пока вы мне пишете слова благодарности, надеюсь, видео полезное, я беру свою медузку и удаляю все, что мы с вами так долго-долго наносили. То есть нанесла. Где тут самое... Ну, давайте начнем с самого зверского контура, и вот тени, румяна. То есть мы прикладываем на кожу вокруг глаз, глазки закрываем, держим. Я не считаю, раньше я считала до 30, потому что хочется быстрее. И вот чтобы не тереть, не тянуть кожу, не травмировать, мы даем коже, вернее, косметике растаять, и потом аккуратненько вот так вот просто снимаем. И все чистенько. Понимаете, да, как это работает? Вообще фантастика. Все, раз, подержали, подержали, подержали. Смываем. А если вы начнете тереть, то это будет вот размазано, все некрасиво. Да, лучше аккуратненько дать растворить косметики и все начисто удалить. Вот так вот я делаю. Все удалила. Все, всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Если видео полезное, не забудьте поставить лайк.